Мы нашли попугая. Он нас боится, но и не улетает. Не знаем, что делать с ним. Кеша хороший. А что они кушают? Зерна. То есть ну, ничего у нас тут не нужно. У нас есть хлеб, но ему, скорее всего, нельзя. Кеша кушает. Вот что он тебе показал, видишь? Слушай, Кеша, ты умный. Иди к нам. Максимально. Вот до чего глобальное потепление дошло. Попугаи. Среднеподнебровье.